Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Looney Tunes World of Mayhem. Давненько мы в нее не играли, и вот, ребята, вы меня просили сыграй, что-то забросил. Да, ребята, начинаем играть. Так, и, во-первых, я, так как давно здесь не был, хочу посмотреть, ребята, что у нас произошло в ближайшее время, точнее, даже я бы сказал, в последнее время. Так, 18-й, как мы видим, у меня уровень, видимо, скоро будет 19-й, судя по всему. Так, и мне хотелось бы немножко тут разобраться, что к чему и почему, что у меня есть, что я могу открыть, что... Так, в банке есть что-нибудь интересное или нету? Так, мы с вами... Ага, могу... Так, подожди, а я могу его вот сюда назначить? Да, ребят, я могу его назначить, и, соответственно, мы выставляем с вами охрану. Вот так пускай это все дело будет. И больше, я так понимаю, у меня ничего нету, да? Да, ребята, награды защитников. Я забираю 48 монет. Отлично. Но на самом деле мне бы не помешал опыт. Так, что у меня есть? У меня есть 60 энергии, ежедневные события, герои плюс 3. То есть я могу кого-то, видимо, проапать, что ли? Да, ребята, я могу Даффи проапать. Могу нашего кота Сильвестра проапать. Слушай, а кого бы мне на самом деле хотелось бы, а? Прапать. Давай, наверное, мы сделаем... Начнем с Даффи. Так, повышение ранга. Да, ребята, я его повысил по рангу. У него теперь 3 звезды, и это хорошо. Усиление. Усиление я не могу сделать, потому что, ребята, не хватает у меня золотой кинокамеры. Но также я могу Сильвестра. А так, а ему могу повысить уровень. Ну, давайте это сделаем, я думаю, да? Подтверждаем. Замечательно. То есть я выше своего уровня проапать их не могу. Что ж, будем это знать. Могу зато, ребята, его усилить. Усиление 8. Опасная царапина, да? Наносит 79 единиц урона выбранному врагу, а также периодический урон в течение 2 ходов. То есть, грубо говоря, кровотечение будет. И делаем еще одно усиление. Это 9-е. Усмиряющее присутствие. В начале боя все враги получают снижение параметра. Враги, то есть, да? Заведомо уже будут с пониженной атакой, защитой и тому подобное. То есть есть смысл нам брать, ребята, Сильвестра этого к себе в команду. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас на нашем охотнике Сэмми. Мы можем, во-первых, его поднять по уровню. Давайте сделаем это дело. До 18-го я могу его прокачать. Так, отлично, подтверждаем. И, ребята, я могу также его усилить. Так, много шума, да? Особая атака, наносит 65 единиц урона выбранному врагу и дает 2 повышения шанса контратаки. Вот это, кстати, очень круто, ребята. Контратака, я всегда ее обожаю, потому что, ну, сами понимаете, да, мы можем на халяву мало того, чтобы получить люлей, но еще так же и ответить. Так, у нас вампир. Эта мультяшка получает плюс 10 вампиризм. То есть мы можем поглощать жизни, что ли? Так получается? Наносит удар 3 раза с общим уроном 100 единиц. И с 50% вероятность дает повышение атаки. Вот это классно, ребята. Конечно же, нам это все пригодится. И по ходу дела, ребята, все. Мы с вами потратили все плюшки, которые нам выдавались, да? Которые у нас были. Хотя нет, мы еще можем... Смотрите-ка. Тут и Сильвестр, и Пиги, и даже наш койот. А ну-ка, хочу посмотреть, ребята, что мы можем. Ну, понятно, повышение уровня, да? Повысим. Ай-яй-яй. К сожалению, не получилось, ребята, по максималке его прокачать. Ну да ладно, зато мы можем его усилить. Королевский фейерверк. Это наносит урон в размере 80 двоим случайным врагам. То есть на 80 он может бомбануть двоих сразу же двумя вот этими вот ракетами. Все, по-моему, ребята, на этом все. У нас кончились улучшения. Нет, не кончились. Представляете, ребята, не кончились. Давайте тогда Сильвестра Скаута посмотрим. Даже можем его усилить. Наносит 70 единиц урона выбранному врагу и дает скрытность на 2 хода. Вот так вот даже. Наскок второй, да, у нас получается. А вот теперь, по-моему, ребята, все, да. Все, и я хочу... посмотреть, что у нас тут за ежедневные испытания. Так, творцы зелий. Атака. Ага. Ну что же, давайте, ребята, попробуем, наверное, свои силенки. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, я зря так сказал, потому что тут 23-й, 27-й уровень. А у меня, вы понимаете, 18-й максимальный. Поэтому я пока, наверное, не буду сюда суваться.
дабы не тратить энергию, свои силы и свои нервы. Так, что у нас тут, ребята? Так, забрать, это повышение уровня. Хорошо, и опыт. Ребята, я должен получить 19 уровень, по идее. Да, 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 да. И я нас с этим, ребятушки, поздравляю. Так, ну а теперь мы, наверное, все-таки пойдем на основную сюжетную линию. У нас компания, сами знаете. И не пройдена она вся полностью, понимаете? Мы с вами остановились вот здесь, да? Или же где? Ребят, мы, по-моему... Так, заверши бой с 3 звездами, а у меня получается только 2. Ну что же, ладно. Давай попробуем, наверное, вот отсюда начать. 18 уровень у меня. И противник довольно легкий. На самом деле, ребят, вы это сами видите, насколько я его опережаю. Поэтому давайте попробуем его разбомбить. Заодно мы с вами получаем с этих боев сундучки, которые мы можем потом со временем открыть и что-то получить из них вкусное. Так, ага. Провокацию он берет. А мы, ребята, тоже с вами возьмем провокацию. Ну куда ты? Куда ты, родной мой? Массовая атака динамитом, понял? Ух ты! Вот это было подленько, если честно. Давайте мы тоже так сделаем. Ага, замечательно, ребята. Так, что это у нас? Наносит удар 3 раза с общим уроном 100 единиц. И на кого же нам сделать? Неужели вот этот? Да, ребят, на нем висит провокация. Поехали. Ой-ой-ой, как слабенько, лечимся. Вот это нам нужно обязательно, ребята. Без лечения у нас ничего не получится. Так, наскок делает, да? Точно, ребята, он делает наскок. Он снижает нам защиту. Удар сзади, Бакс Банни. Ух, елки ты палки, ребята, сколько же мало у нас с вами здоровья. Мне нужно... Да что ж ты будешь, он с этой провокацией все сидит и сидит, ребят. Надо нам его как-то наказать. Тоже бросает наковальню, на Фроггерна, да? Давай-ка попробуем дубинкой. Слушай, а кто его хиляет? Мне кто-нибудь это скажет, ребята? Кто его захиливает постоянно? Ай-яй-яй, я боюсь, ребята, Фроггер сейчас у меня... Да, погиб, к сожалению. Ну что же, я буду мстить. И мстя моя жестоко. Контратака работает идеально. Давайте мы добьем этого охотничка нашего. Опа. Минус. Так, теперь я думаю, что нужно нам... Ага, он в невидимость ушел. Так, Бакс Банни. Ну что же, ты сам напросился. Знаете, что самое обидное, ребята? Что мы проходим эти уровни не на 3 звезды. И вот это вот меня бесит. Я вообще всегда любитель проходить идеально, вы знаете, уровни. Ну, на худой конец я потом люблю их перепроходить, если это понадобится, да? А это, мне кажется, здесь понадобится нам. Так, давайте захиляемся и угостим подарочком, наверное, их с помощью динамита. Ну все, осталось только добить Сильвестра. Да, ребята, здесь, как вы понимаете, победа за нами, но не идеальная. То есть мы не получим даже с вами сундука. Но зато получаем неплохие плюшки. Ладно, ребята, продолжаем с вами проходить всю эту дилемму. Основную сюжетку, да, так скажем. У нас с вами бой 4. Поехали. Здесь 18, 15, 14 и 9 уровень. Ну, я считаю, что это слабенькие персонажи. Хотя, погоди-ка, ребята. Нет, не слабенькие. Ты посмотри, сколько у Сэма звезд. 5. 5 звезд. Это очень сильный персонаж на самом деле. Так что мы будем сейчас немножко с вами, наверное, регулировать ситуацию. Мы возьмем... Ха, мне даже взять некого. Представляешь, это максимальное, что у меня есть. Слушай, ну если мы сейчас пройдем с вами их, даже пускай не на 3 звезды, это уже будет хороший показатель того, что команда у меня, ну, довольно хорошая. Так, надо нам Сэма, ребята, Сэма в первую очередь наказывать. Ага, отлично. Так, давай-ка мы попробуем через динамит, ребята, с вами сыграть. О, замечательно. Я боюсь, сейчас будет хилять. Ага, контратака. Контратака. Ну что, бабулечка, давай-ка мы, наверное, вот так вот. Ух ты, почти, ребята, наказал. Я почти ее наказал. Ах ты, она делает массовый отхил. Мы делаем с вами вот так. Так, я боюсь, знаете, что мне бабулю, скорее всего, сейчас забомбят. У меня есть, если что, отхил. Будем пытаться захиляться. Ну, отлично, я ее звезданул.
Воу-воу-воу. Ребята, в любом случае нужно хиляться. Так, бабку мы эту сейчас добьем с вами, отлично. Так, хил. Пока нету, ребята, хила у меня. Давай вот так вот сделаем. Марвина этого. Оу, совсем немножко осталось нам его добить, но я буду хиляться. Так, что, опять наскок делает, да? Наскок делает на бабку скаутершу. Так, Марвина мы убили. Да чтоб тебя. Ну как так, ребят, ну этот Сэм он достал. Серьезно, у него, смотрите, повышенная атака идет, да? И повышенная меткость. Ну-ка, давай проверим. Черт подери. Да ты посмотри, как он бомбит, ребята. Ну это вообще от души. Просто он делает три выстрела, и любой мой персонаж просто падает. Так, контратак он сделал. Ой-ой-ой-ой. А бабуля-то что дуплилась? А с чего вдруг? Все, мне хана. Только лишь за счет, ребята, контратаки, как вы понимаете, да? И за счет того, что у Сэма слишком большой уровень, я проигрываю. Ладно, не беда, ничего страшного. Мы с вами отомстим со временем. Но вначале мы с вами должны зайти на карту. Как мне выйти на карту? Я уже, ребят, забыл, если честно. На свою карту, на основную. Так, не надо мне вот этого вот. В мир, да, вот. Нам нужно с вами выйти в мир. У меня же здесь мои герои ходят, собирают все это. Так, давай стартанем. Пускай ищет. Так, Сильвестр, ребята, отправился на поиски. Так, бабуля скаут. Мы получили два жетона на нее. Так, давай мы тебя тоже, наверное, отправим. Будешь искать дубль на Фогарна. Давай посмотрим еще, ребята, сколько у меня попыток на отправку. Так, что у нас тут? Пигги нашел. Ага. Тоже две карточки на себя же. Давай, иди дальше ищи. И давай смотреть дальше, ребята. Кто у меня еще в поисках? В активном, ну... Здесь все тихо, да? То есть у меня не так уж много и миров. Воу, а что это вы? В ожидании чего? Домика? Давай, давай, конечно, я вам поставлю. Как вы у меня тут без замка-то будете жить, а? Что это за дела, да? Скажи, Рэй, ты что делаешь-то? Персонажи у тебя есть, а домики ты им не сделал. Действительно, это была моя, ребята, ошибка. Все, я надеюсь, они теперь будут рады, что у них есть жилье. Но у них так страна здесь смотрится прикольно, да, ребят? Такой волшебный мир свой, загадочный. Причем на который даже нельзя никак попасть. Даже мостика никакого нету, если только с помощью воды. Так, что здесь у нас? Копать золото, сокровище для героев. И куда-то, ребята, там пунктир идет. Это что, это просто так? Или для чего-то это все сделано? Так, что у нас у Сильвестра? Так, он нашел мне наковальню, ребята. Притворяется, что он пугало. А типа я не вижу. Ну я не хочу, ребята, давать ему задание. Потому что, ну, сами видите, у него всего лишь вторая категория. Давайте мы посмотрим. Да, у Гектора, к сожалению, то же самое. Ладно, давайте мы тогда кому-нибудь вот здесь найдем. Например, Бакс. Бакс, блин, не могу. Ребят, не могу я даже Бакс Банни дать. Да что ж ты будешь делать? Их нужно улучшать, ребят, для того, чтобы у них вот появилась вторая возможность на поиске. Их нужно улучшать, но пока я не могу этого сделать, у меня нет материалов. Но давай хотя бы здесь глянем. Так, Сэм, полицейский, вот. Вот хотя бы давайте ему зададим жару. И у нас с вами выполнено какое-то опять очередное задание, где мы получаем 150 опыта, 3 динамита и 150 монет. Запусти реаниматор... А, реатомизатор один раз. Ребят, конечно же, я запущу реатомизатор. И мы посмотрим, наверное, с вами 30 гемов. Хорошо, давай посмотрим. Ты хочешь потратить самоцветы и купить этот предмет? Да, я хочу этот предмет купить. Будь добр, покажи мне, сколько опыта ты мне дашь. Мало, мало ты мне дал опыта. Очень мало. Реатомизатор, что я могу за них сделать? Ребята, у меня их 6 штук в данный момент. И я могу до 3 мультяшек открыть. Давайте так и сделаем с вами. Так, кто мне тут? Сильвестр, Сильвестр. И что это такое? И Бакс Банни. Честно говоря, я рассчитывал немножко на более, чем сейчас мне дали. Забираем с вами ревард. Так, смелее в бой. Заверши не менее 3 боев вторжения.
Даже так. Ну что же, давайте отнимать сундуки у наших противников и будем их себе активировать. Где мы определимся, ребята? Смотрите, они тут с тремя звездами персонажи. Ну давай вот Микеланджело, наверное, он хотел написать, но почему-то у него вышло Мичеланджело. Ладно, хорошо, не будем придираться. По силе... Погоди, у меня что? Я слабее его? Ё-моё, я, по-моему, ребята, поспешил с боем. Твою же маковку. Так, Койот, ты достал. Хорош. Так, Гектор. Да ты смотри, что они делают. У них у всех, ребят, вот такие вот атаки с воздуха. Угу. Фогран. Я не знаю, стоит ли мне, ребята, брать провокацию на Фограна. Я, наверное, все-таки... Ага, понял. Гектор взял таунта себе. Хиляется, понятное дело. А если мы так сделаем? Ну, я скажу тебе, четко все у нас было. Давай-ка попробуем пробить его. Ах, бабуля, слаба ты, бабушка моя. Так, ну-ка, добей его, пожалуйста. Бакс Банни, малорик, по красоте. Так, вот теперь в обязательном порядке нам нужно захиляться, пока еще не поздно. Так, бабуль, ты молодец, конечно, что так сделаешь. Я Фогана беру в провокацию. И пум-пум-пум-пум, расстреливаем пиги. Слабовато было, я тебе скажу. Ой-ой-ой, это прыжок, ребята, сейчас будет на Фогана. И, по-моему, он его... Нет, пока живы еще. Хиляемся, обязательно захил делать надо. Так, ну что, добиваем пиги этого. Еще парик на себя надел, деловой такой, да? Все, ребята, он отыграл свою роль. Но я боюсь, что мы с вами можем потерять Фогана. Угу, пробуем. Так. Мы еще что, с вами отравлены? Да, ребята, у нас кровопотеря идет. А если мы вот так сделаем? Ну что же, минус Койот. Остается у нас, ребята, Сильвестр. Но все. Бедный Фогран. Мы его, ребята, не спасли. Ну ладно, здесь, в принципе, рейтинг особо не влияет. Главное победить противника. Да, тут главное победить. Подожди, а что, нам сундук не достался? Блин, нам сундук не достался, да ведь? Тут надо тоже три звезды. Или же нет? Что-то я, честно говоря, ребята, подзапамятовал. Да, нам нужно тоже получать здесь три звезды. Ну что же, я тогда... Ух ты! Мариам. Давайте попробуем посмотреть, что это за Мариам такой. Прикольный. Вот это вот... Что это за скунсик? Что это за новый персонаж? Я такого раньше не видел. Мне очень интересно посмотреть на него. Что он делает? Что он умеет? Он с какой-то там... Какой-то типа паш. Ну что же, в любом случае нужно начинать с Гектора, потому что он стопудово будет вставать в провокацию. Оу-оу. Почему они все время нападают на моего Фогарна? Ребят, в чем проблема? Че он им не угодил? Так. Ага. Да что ж ты будешь делать? Смотри, какой он крепкий. Этот Гектор. Оу-оу-оу-оу-оу. Ты видел, что произошло? Елки ты палки, ребят. Слушай, я не могу ничего здесь сделать. Ты представляешь? За то время, что я отсутствовал, игра очень сильно изменилась. И, видимо, все меты поменялись абсолютно. Раньше то, что могло здесь разруливать, да, ситуацию, сейчас просто бесполезно. Так, полицейскую машину, понятно, он вызывает. Я попробую, конечно. Блин, этот Марвин уж очень силен, на самом деле, очень силен. И у него почему-то идет каждый раз захил. Каждый ход. От кого только, я пока не могу понять. Так, ускорение еще поставили себе, да? Что-то я опять недооценил своего противника. Так, повышение атаки. Сейчас бабуля скаут у меня, по-моему, отдуплится. Даже вот этот вот легкий отхил. Он на одном захиле, ребят, работает. Просто, понимаешь, у него вот этот вот хилер. И постепенно каждый уровень кто-то тоже захиливает. Смотрите. Эти... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. В принципе, меня устраивает, знаете что? Что мы с вами будем потихонечку не разбираться. И рано или поздно мы войдем в стезю в нашу, да? И будем этих врагов щелкать, как орешки. Поверьте мне. Просто я давно в нее не играл. И, серьезно говорю, я немножко вот в растерянности. И просто для меня вот сейчас большой шок. Что происходит и как меня тут разбирают. Вообще в шоке, в дичайшем, ребят.
просто в дичайшем. Ничего мне здесь не спасает и, конечно же, не спасет. И вот этот вот суперудар, конечно, уж очень имбовый. Ладно, я понял, понял, я ничего не заслужил. И кубки еще потерял. Угу. То есть за кубки нам еще придется с ними подраться, посражаться. Так, ладно, с чего мне начать? Если я здесь, ребята, не вытягиваю, да? А я действительно здесь не вытягиваю, то мне только одно остается. Это поднимать ранг. Поднимать ранг. Вот, вот с этим я должен справиться. Может быть, конечно, не так легко, как хотелось бы, но тем не менее. На 1000 буквально у нас с ним разница по мощам. Так что приготовились, ребятули. Ага. Так, мы с вами начнем, пожалуй, со свинюшки. Потому что я не хочу, чтобы он постоянно здесь сделал свой захил. Угу, я понял, снижение защиты, это, конечно, плохо. А если мы вот так вот угостим их? Так, успеем? Я должен успеть, ребята, пиги завалить. Замечательно, минус хил. Так, Марвин, не буянь, я сказал, не буянь. Делаем себе отхил. Так, начинается прыжок, в кого, интересно, он будет прыгать, а? Ага, ладно, это терпимо, ребят. Ух ты. Так, Даффи, по-моему, пора с тобой распрощаться. Так, Марвин, он не успокоится. Ребята, он не успокаивается. Поэтому я делаю провокацию на Фугарна. И бомбим. Так, минус Сильвестр. Подождите, ребята, а как он вот это может делать? Я не могу понять. Если у меня на Фугарне провокация, какого лешего он стреляет не в него? Он не имеет права бомбить другого противника. Понимаете, в чем дело? Провокация на то и провокация, чтобы ты не имел права в кого-то другого стрелять. Это не то, ребята. Это какая-то фигня получилась здесь. Он не имел права так делать. Может быть, я, конечно, про этого Марвина чего-то не знаю. Может быть, у него там супер-пупер атака какая-нибудь, знаете. Ну, он может бомбить в любого, например, да, противника. Но все равно это уж больно круто. Так, ладно, с сундуками у меня пока все довольно кисло. Значит, мне... Что тут завершение менее двух драк? Заверши. Я бы с радостью бы постарался завершить, но, как видите, у меня пока не получается. Что у нас в магазине? Повышение уровня бабки. Хорошо, давай мы ей повысим уровень до 19-го. Подтверждаем. Ты довольна, да, бабуля? Ты довольна, бабуля-служанка? Ё-моё, нифига себе, бабуля-служанка с эффектом булавы. Это да, это очень круто. Так, что вы мне хотите показать здесь? Вы меня сюда зачем-то вызвали. И я ничего не вижу. Я вижу, что у нас есть пустые ячейки. Но это ни о чем не говорит, ребята. В банке. В банке пусто. И у меня, ребята, есть два места. Два свободных места, на которые я могу поставить сундучки. Ну что ж, давай попробуем тогда зайти в драку и на кого-нибудь набомбить. Например, мы можем с вами сразиться с кем тут, например. Пример, главное. Ну, давай вот с этими вот попробуем, да, ребят? Конечно же, очень сильно нужно повышать звездность своим персонажам. Для этого нам нужны что? Ячейки. Ну, не ячейки, а дубли на них. Тоже те же самые карточки, как в низких черепашках. ДНК или как хотите их называть. Ну, что же это за имбова? Это такая атака. Ёпрасоты, а? Давай так сделаем. Угостим, наверное, их взрывчаткой. Ага. Так, Гектор что там делает? Полицейскую машину вызвал, да? Я пока не буду захиливаться. Будем пробовать твою же маковку. Он уже взял провокацию на себя. Я не пробью его такими темпами. Так, Сильвестр, что делать? Ага, понятно. У-ху-ху-ху-ху. Жестко, конечно же, тут все происходит. Какая-то слабая атака. Мы понизили силу атаки. Контр-атака еще поставлена. Ё-моёшечки. Хм. Ну давай тогда так сделаем. Ребят, интересно, я доживу до отхила? По-моему, нет. По-моему, Фогарн все, отплясал свое. Так, захил. Да что ж ты докопался до него, а?
Погнали. Пиги, ему остался совсем, ребята, немножко. Все, минусанули чувачка. Так, смотрим далее. Опять полицейская машина. И боюсь я, мы сейчас, ребята, потеряем с вами Фогарна. Угу. Минус. Ладно. Провокации. Опять этот пес у нас поставил провокацию. Слушай, мы и бабулю сейчас потеряли такими темпами-то, ребят. Так, Сэму досталось у нас. Ну как, Гектор? Минус, да? Слушай, вам не кажется, что слишком часто он применяет свои вот эти вот суператаки? У меня даже такого нету, как у них, блин. У них вообще зачастилось все это дело. Ну-ка, давай угостим динамитом. Я вообще сегодня хоть раз-то выиграю, смогу выиграть или нет? По-моему, нет, ребята. Я не смогу ничего сегодня здесь сделать, к сожалению. Пипец. Хоть не выпускай эту серию, хоть не позорься, да, как говорится, ребят. Ладно, я вам еще раз говорю, ребят, давненько мы просто с вами не играли. Много чего я позабыл, разучился, но со временем, опять минус 33 кубка, но со временем мы войдем в свою стезю и будем раздавать люлей, как и раньше. С превеликим, блин, удовольствием. Главное, чтобы она у меня не перегорела, понимаете, ребята? Когда игра какая-то перегорает у тебя рано или поздно, то все. Ни за какие коврижки ты в нее возвращаться не захочешь. Так, что, неужели мне придется в компании веселиться, а? Откроется на 20 уровне. До 20 уровня мне еще целый, ребята, левел поднимать. Так, мы сами прекрасно видим, что здесь везде по 3 звезды, а здесь 2. Каким образом мы здесь вообще могли с вами проиграть, я не знаю. Так, давай вот так вот сделаем. Так, и вот так вот. Я думаю, здесь на 3 звезды мы с вами точно должны будем пройти. Ну что же, поехали. Осветитель. Получи приз. Угу, ладно, мы в ответочку, ребята. Массовая атака. Ага, здесь мы понизили защиту. Так, койот, успокойся, пожалуйста. 115 на минусе, отлично, ребята, так у нас... Вот, провокацию делаем, ребята, провокацию. Так, это же у нас Пенелопа, если я не ошибаюсь, да, ребята? А, по-моему, она, собственно, персоны. Так, ну, Гектор у меня здесь должен выжить. Блин, Пенелопа, да какая живучая, этот все вампиризмом своим занимается, да? Койот-то наш. Ладно, я думаю, сейчас, ребята, он доиграется. Так. Массовая атака, выживут? Выжили, но он снизил нам скорость. Минус койот. Так, Сильвестр, ты типа в невидимости, да? Ребята, мы выиграли на 3 звезды хоть где-то. Хоть как-то у нас все-таки это вышло. Отличненько. Ну что же, мы давайте попробуем следующий бой тоже так же пройти на 3 звезды. Я думаю, что будет хорошо это. Фух, это у нас 5-й бой. И здесь дается 2 жетона на Бакс Банни Парикмахер, да? Поехали. По силе я в любом случае, ребята, превышаю своего противника. Так что, я думаю, никаких проблем не должно у нас возникнуть здесь с победой. Так, давай-ка мы, наверное, начнем с Франки. Да? Чудовище Фогарн. Именно с него. Может быть, оглушить успеем. Да, мы его оглушили. Теперь массовая атака. Из пушки. Еще и защиту сняли. Ой-ой-ой. Так, постепенный урон. Давай попробуем его добить. Замечательно. Так, естественно, на Гектора вешается провокация. По-другому никак нельзя, ребят, здесь. Ну-ка, добьем. Ну, почти, ребят, почти. Ух ты, снижение атаки и снижение меткости. Это, конечно, круто. А, он провокацию на себя взял. Сэм-то, смотрите, ребят, он в провокации в данный момент. Я-то хотел добить. Тихо. Я добью его все-таки. Давай. Нормуль. Так, я думаю, что Сильвестру сейчас будет, ребята, не сдобровать. Потому что он один, а нас, извините, четверо. И пока до него дойдет ход, мы его просто сейчас разорвем. Да.
Слушай, ну здесь неплохо идем, а знаете почему? Потому что он намного меня ниже по уровню. Так, две карточки мы с вами получили. Также реамитизатор, или как там, реамонизатор. Язык сломаешь, ребят, серьезно говорю. Реатомизатор, ё-моё, вот как он называется. Мы с вами его получаем, а это значит, что мы сможем открывать с вами паки. Ну что же, поехали, давайте начнем мы, наверное, с койота-вампира. Потому что он запарит своими этими призовами летучих мышей. О, классно, понизили защиту. Так, наверное, мы его сейчас просто так вот добьем легонько, да? И что у нас там? Воу! Вот это было серьезно. Ну-ка, в провокацию берем. Так, мы взяли, ребят, на себя провокацию. И я позволю вот так вот сделать. Слушай, ну хорошо, мы сейчас разбираем. Опять полицейская машина, да? Два полицейских, Гектор и Сэм, встретились, елки-палки, на одной дорожке. Только это не полицейский, ребята, это, скорее всего, жандарм. Полицейский у нас. Отлично. Так, давай-ка мы попробуем бомбануть вот здесь. Все, ребята, изи катка. Вот для прохождения основной сюжетки, да, ребята, у нас персонажи еще что-то могут. Но в сюжетке пока мы, точнее, в боях, в ПВПшных, мы пока с вами слабоваты. Ну что же, у нас с вами довольно неплохо, по-моему, набралось реатомизаторов. Мы сейчас будем, ребят, с вами... Вау, забираем, конечно же. Смелее в бой тоже забираем. Так, и у нас остается... Появился новый претендент. Пройти не менее 3 испытаний. Не провоцируй меня. Давайте посмотрим, ребята. Я, кстати, могу на автопобеде это все дело пройти. Так, хорошо, забираем. Второй. Слушай, ребята, а что мы с вами паримся от 1 до 3, если мы можем с вами заработать от 3 до 5? Согласитесь, бой второй. Давайте попробуем здесь отыграться, и может быть нам повезет, и мы будем с вами именно фармить 3 флакончика, может быть даже 5. Зачем нам от 1 до 3? Ну, так, куда это у нас? Ах ты, Пенелопа ты. Противная какая, а? Давай, Фугар. С кого... Давай-ка мы с Камаежора, да, начнем, Даффи. Ох ты, классно ему так прилетело это сейчас. Травит. Ай-яй-яй-яй-яй. Периодический урон, замедление, массовая атака. Ну, он хорош, он все просчитал, ребята, просто все. Кроме одного. Кроме вот этого, что я его сейчас буду просто разбирать, ребята. Так, провокация. Нет, пока мы не будем, делаем контратаку. Вот это будет классно. Вот это зря он сделал, смотрите. Накося. Получила? Пенелопочка. Сейчас ты тоже получишь свое. Во-во-во, тихо-тихо-тихо-тихо. Хм. У меня нет хила, да, ребята? У меня хила нету. Придется Пенелопу разбирать. Ай. Давай так бомбанем. Так, что, берем провокацию, ребята, на Гектора. У него потому что здоровье более-менее еще есть. А у Фогарна... Вот у Фогарна мало. И они, смотрите, что делают. Они его просто атакуют безбожно. В плане. Куда это у нас тыква упала? Должна была туда упасть. С какого вдруг перепуга-то так все вышло? Ну-ка, атака. Так, он ходит, ребята. Но это ерунда, поверьте мне. Да, ребята, идеально. Вот сейчас мы с вами сможем хорошенько пофармить эти самые флакончики. О, еще и 5 получили в плюсе. Но также сейчас еще откроется, по-моему, дальнейшее продолжение, да? Сейчас проверим. Так, это был бой второй, да? А, нет, вот, ребят, смотрите. Мы вот теперь бой первый, бой второй. Тут уже от 7 до 10 флаконов. То есть акт первый у нас пройден, акт второй и акт третий будет. Всего их 3, наверное, да? Подожди, а почему ты мне больше нет доступных попыток? То есть ты хочешь сказать, что была всего лишь одна попытка? Но это же нечестно. Это несправедливо, ребят. Забираем.
Ай-яй-яй, почти половина 20 уровня, ребята. Выполните все ежедневные задания и цели. Я сделал, и я забираю вот этот вот, ребята, ревард. Там, по-моему, у меня был еще билетик, если я не ошибаюсь. Проверим. Так, вращать, ну тут понятно, я ничего не могу. Вот, ежедневные. Один, поехали, крутанем. Обязательно посмотрим, что нам выпадет. Жетончики, воу. Гектор полицейский, 10 штучек. Это, кстати, ребята, очень круто, это классно. Так, что у нас тут по героям? Я смотрю, кто-то у нас готов, видимо, прапаться или улучшиться. Гектор фермер. Так, порки. И Сильвестр, да, скаут. Ну, давай, наверное, порки улучшим. Повышение уровня. Во-первых, можно это сделать, да? Ай-яй-яй, маловато, конечно, у нас все это. Так, и делаем усиление. Дает всей команде периодическое исцеление. Вот, ребята, кто давал исцеление команде в тот раз, когда я нервничал. Оказывается, порки. Все, больше ничего я сделать не могу. Мне бы, конечно, хотелось бы забить вот эти вот, ребята, свободные карманы именно сундуками. Звездный ящик. Для того, чтобы получить звездный ящик, мы с вами должны проводить драки, да? Драки, именно они помогают в наполнении звезд. Так, что у нас тут? Награда защитников. Нет, ну тут пусто. Тут, ребята, пусто. Ну что, будем смотреть, смогу ли я здесь хоть кого-нибудь одолеть. Мне бы хотя бы по уровню просто определиться. Вот, есть, ребята, один конкурентик. Вот, даже здесь будет, наверное, получше, потише, так скажем. Тут 4384. Так, и у меня, кстати, довольно неплохая команда здесь собралась. А если мы уберем и поставим вот так? А если мы еще... Вот, вот оно, ребята. Слушай, мы можем... Нет, мы так и оставим. Смотри, ребята, у нас почти на 1300 мощей больше, чем у противника. Я думаю, что 100% должны получить 3 звезды, если, опять же, не лопухнемся мы с вами. Поехали с массовых атак. Ага, но живучие они, как мы видим. Так, начнем, пожалуй, с порки. Хотя тут, ребята, и бабулечка тоже будет, наверное, делать нехилый захил, да? Ну, видите, да, что он делает? Так, массовая атака. Ууу, ё-моё. Пробью я все-таки его. Отлично. Так, в инвиз он ушел, да? Бабушка, по-моему, пора с тобой распрощаться, мне кажется. Стоит она мне здесь. В прикидке в таком. Так, расстрел. Раз, два, три. Ай, чуть-чуть не хватило. Кого? Бакс Банни атакует. Ладно, это терпимо, ребята. Я на Фогрена ставлю провокацию. С насмешкой. И бабулечку мы с вами добиваем. Упс. Ладно, пока живем. Погнали. А зачем он его в инвиз убрал, ребят? Для чего? Я не понял. Что он этим хотел доказать? Фогрен пока живет у нас. Добиваем вражеского Фогрена. Вау, классно бомбит, согласитесь. Наш Сэм бандит, или как он? Кто он такой? С пушкой-то, с такой. И я думаю, что мы песика-то... Да. Неужели победа с тремя звездами? Сундук, сундук, сюда, пожалуйста. Сундучок, вот это другой разговор. И вот, ребят, первый сундук есть. Мы его сейчас поставим на ячейку. И, конечно же, что такое? Да-да-да-да-да, я хочу его вот сюда назначить и охрану. Вот. Вот так вот это будет у нас дело выглядеть. Поехали еще попробуем с вами какой-нибудь бой выиграть. Очередной. Так, есть надежда, в принципе, где-то вот здесь. Вот, давайте вот здесь сыграем, да? Поехали. Так, 18 уровень у меня. Слушай, ну, в принципе, я думаю, мы здесь справимся, ребятулечки, да? Должны, по идее. Поехали. Разница всего лишь где-то в 1000 мощей. Так, смотри, что он сразу сделал, ребята. Он повысил всем атаку. Причем с лета. У него инициатива очень большая, ребята. Он начинает первым ходить. Начну-ка я, пожалуй, вот с этого маленького кота-рыболова. Ага, хорошо, прожарил. Так, захиливать, да, его, пиги? Свинюшка. Да хорош, вы мне еще Бакс Банни уроните.
Смотри-ка, они, по-моему, так и хотят сделать. О-оу. Ладно, пошла массовая атака. Массовая атака, ребята. Попробуем с вами... Не, давай-ка вот так вот мы сделаем. Есть! Да, фиг готов. Так, все, ребята, я беру провокацию на Фогарна, потому что это наш... Ой, массовая атака. Ослепление, соответственно, и замедление. Ух ты, такая слабенькая. Я думал, ты будешь покрепче. И Сильвестра мы сейчас, ребят, с вами добьем. Он не пробьет меня, а мы пробиваем его. Ух, великолепно просто. Опять же, ребятушки, три звездочки. Ух, неужели я стабилизировался, а? Нет, конечно же, ребята. Нам еще предстоит очень много делов сделать для того, чтобы нормализоваться в этой игре. Чтобы почувствовать всю мощь и силу. Конечно же, я буду вот сюда назначать. И опять же, у меня, ребята, охрана должна быть. Вот так она будет выглядеть. Фух. Очень-очень прикольно, ребята. Очень у нас все хорошо. И я думаю, что на этой ноте можно сделать перерыв. Обязательно с вами увидимся в следующей серии. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам.